Greetings from the great nation of Texas. Приветствую вас из великой страны Техас. I know Texas is just a part of the United States, but we think it's still our nation. Я знаю, что Техас это часть Соединенных Штатов, но мы, которые живем в Техасе, считаем, что это отдельная страна. It's great to be with you. Очень приятно быть с вами. Send greetings from our church that helped send me. Я шлю вам привет из своей церкви, которая послала меня сюда. My wife and our children. Моя жена, мои дети. And you know, this is my first time here in the Ukraine. Вы знаете, это первый раз я здесь в Украине. I want to, if it's okay, just open up in prayer. Я хочу сейчас помолиться. Father, I just thank you. Отец, я благодарю тебя. God, I thank you for your faithfulness. Боже, я благодарю за твою верность. Oh, that you're so good. Ты так добр. So gracious toward us. Ты такой благой к нам. And Father, we open our hearts and our minds to Отец, you. Мы открываем свои сердца и разум. Lord, I thank you for depositing in us. Отец, я благодарю за то, что, за твой вклад в нас. The things that you know that we need. За те вещи, которые ты знаешь, в чем мы нуждаемся. We may not even be fully aware of what we need. Мы, может быть, до конца не осознаем, в чем мы нуждаемся. But God, you are so faithful. Но Боже, ты такой верный. To give to us Давать нам all that we do need. Все, что мы, в чем мы нуждаемся. So I pray that as your word goes forth today, и я молюсь в то время, когда твое слово будет идти вперед, that we'll have hearing ears, мы будем иметь уши, чтобы слышать, an understanding heart, и сердце, которое будет понимать, with your grace, с твоей благодатью, to implement your truths, чтобы вкладывать твою истину, that we can fulfill your will, чтобы мы могли исполнять Твою волю and glorify you. И прославлять Тебя. And we give you praise for и мы даем Тебе славу in Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Over the next few days, в последующие дни Pastor Bao has asked us to bring some teaching. Пастор Валентин попросил нам, чтобы мы учили. That is, I believe, going to help. И я верю, что это учение поможет. In being able to see your purpose fulfilled in God. Увидеть вашу цель, как можно осуществить, состояться в Боге. We'll talk about dreams. Мы будем говорить о мечте. But not dreams as fantasies. Но это не мечта, а такая мечта фантазия. Dreams that are based upon His destiny for our lives. Мечта, которая основывается на Его судьбе в нашей жизни. In the Bible, in Genesis chapter 37. В Библии, Бытие 37 глава, it says in verse 5 that Joseph had a dream. В пятом стихе написано, что и увидел Иосиф сон. It was a dream from God. И этот сон был от Бога. Видение. Not a fantasy. Это не фантазия. A lot of people have wishful thinking. Многие люди имеют мечту, то, что они желают видеть. God has told me this. Бог мне сказал это сделать. I can do this. Я могу это сделать. I want to go accomplish these things. Я хочу идти, достичь и сделать вот это. And yet they never move towards those things. И они никогда не приближаются к тем вещам, о которых говорят. It's just this loose talk. А это называется такая мысль, свободно ходящая мысль. We want to look at the Word of God. Но мы хотим смотреть на Слово Божье. And receive some of the practical instruction that it gives. Практические инструкции. To be able to help us move toward. Которые помогут нам идти вперед. See those dreams become a reality. И видеть, чтобы это видение, эти мечты, они стали реальностью. That God has for our life. Которые Бог имеет для нашей жизни. This is going to be more about discovering. Это время будет время открытия. Searching. Искания. Pressing into God. Где будем достигать Господа, Бога. To understand what He has for us. Понимать, что Он имеет для нас. Some of the things I may share may seem very simplistic. Некоторые вещи, о которых я буду делиться, они покажутся вам очень простыми. I'm just a simple person. Но я простой человек. God's always communicated in simple ways to me. Бог всегда обращается ко мне, общается со мной просто. So that I'm able to understand. Чтобы я мог понять. And I pray that this will help you, though. И я молюсь, чтобы это могло помочь вам.
I want to begin in this teaching. Я хочу начать вчення. There's a passage of scripture. Є місце писання. And it's in the New International Version I'm going to read. Це новий інтернаціональний перевод. I have no idea how it's going to translate, but here's what it says. Звучать. Proverbs 19:21. Это притча 19:21. Some of the scriptures that I'm going to give you today. Я буду давати вам много мест писання. You may not have time to look up every one. І, може бути, у вас не буде времени смотреть всі места. But please take notes and write them down. Запишіть їх. So that you can study them later. Щоб ви могли потім изучать. That passage of scripture in the New International Version. Новий інтернаціональний перевод. Says many are the plans in a man's heart. Говорить так: много замыслов в сердце человека. But it is the Lord's purpose. Но состоится только определённое. That prevails. Господа. It's God's purpose. Божьи цели. That prevails. Которые состоятся. We can have a lot of ideas. У нас есть много идей. A lot of thoughts. Много мыслей. A lot of plans. Много планов. But we have to discover. Но нам необходимо раскрыть. Which one is of God? Который из них он Божий? What is God's purpose? Какая Божья цель? The first thing that I believe that we need to be aware of. Первое, что я верю, что о чём нам нужно быть внимательным, осознать. Is who God has made us to be. Это кто, какими Бог нас сотворил. You have to know your own identity. Вы должны знать свою личность, своё определение. We're all different. Мы все разные. We have different talents, different giftings. У нас разные дары, разные таланты. Different abilities that God has given us. Разные способности, которые Бог вложил в нас. Different callings. Разные призвания. And we have to know our own identity in God. И нам необходимо узнать наше личное определение в Боге. We can't get caught looking at other people. Нам нельзя останавливаться зацикленным на определенных людях, отдельных людях. Looking at the gifts that God has blessed them with. Смотреть на те дары, на которые Бог благословил этих людей. Looking at what God has called them to do. И смотреть и наблюдать за ними, как Бог ведет их. You have to discover your own journey. Вы должны раскрыть свой собственный путь. And make your own way. И сделать свой путь собственный путь, чтобы он был, чтобы состоялся. The truth of God's word is the same. Истина Божьего слова она та же. But how we implement it in our lives. Но как мы исполняем это в жизни? Is dependent on who we are. Это зависит от того, кто мы есть. And who God has called us to reach. И кому Господь призвал нас, чтобы мы достигали. I think that there's been a danger in the body of Christ. Я верю, что в теле Христовом есть опасность. To want to implement other people's vision. Это желание вложить и использовать видение других людей. Other people's methods and ways of doing things. Методы других людей, как они делали. We have to be true to who God's created us. Мы должны быть истинны тому, какими Бог нас сотворил. The Bible says each one of us are fearfully and wonderfully made. Потому что Библия говорит, что каждый сотворен, удивительно сотворен. And as you are discovering who you are, и в то время, когда вы раскрываете, кто вы есть, sometimes there's a practical side, иногда это практическая сторона, of just knowing who you're not. Просто осознавая, зная, кто вы не являетесь, кем вы не являетесь. I know that I'm not able to do certain things that others do. Я знаю, что я не могу делать определенные вещи, которые другие люди могут делать. So I can scratch those things off my list. И я вычеркиваю эти вещи со своего листа. But I can discover who God has created me. Но я могу раскрыть то, кем Бог меня сотворил. Based on God's building me. Основываясь на то, что Бог, как Он меня строит, как Он меня созидает. I have two wonderful dogs that are pets. У меня две собаки. Both dogs are bird dogs. И honey dogs, bird dogs. Обе собаки, они гончие такие собаки, охотничьи. One dog is a Labrador Retriever. Один
Одна собака лабрадор ретривер. The other dog is a German short-haired retriever. А другая немецкая тоже ретривер. Both retrievers. Они обе ретриверы. But two different dogs. Но две разные собаки. The lab лабрадор has web feet. У него лапы как паутина, как паутина, да? Web like a duck. У лапа такая, как у утки. A lot of people don't know that dogs have that. Многие люди не знают, что у этих собак такие лапы. If there's water anywhere in sight. Если вода, где бы не было. This dog is in the water. Эта собака будет в воде. He swims. Он плавает. Эта собака плавает. By taking to the lake. И если я беру ее к озеру. He swims way out. Эта собака плавает. And swims way back. Она плавает далеко и возвращается. He loves the water. Этой собаке нравится вода. But he was made to swim in the water. Но эта собака была сотворена, чтобы плавать. If I shoot a bird and it goes way out into the water. Если я стреляю в птицу, эта птица падает в воду. He swims as far out to get the bird to bring it back. Этот пёс прыгает в воду, плывёт, хватает эту птицу и приплывая несёт мне эту птицу. He did it from the time he was just a little bitty puppy. Этот пёс делал это с момента, когда он был маленьким щенком. I didn't train him to do that. Я не учил эту собаку. The first time I took him out, he was 5 months old. Первый раз, когда взял я его на охоту, щенку было 5 месяцев. I wasn't sure how he was going to do. Я не был уверен, как это он будет делать. I shot the bird and it fell in the water. Я выстрелил птицу, птица упала в воду. He went right out and swam out of college. И сразу же эта собака прыгнула в воду и поплыла. It's in him. Это в нем. It's who he is. Это то, кто, кем он является. It's his makeup of his identity. И сотворен по своему определению. He's a Labrador retriever. Потому что он лабрадор ретривер. The other bird dog. А другая собака. He doesn't swim like that. Она не плавает так. He doesn't have web feet. Этот пес не имеет паутинные лапы. But he's the kind of dog that has a tremendous sense of smell. Но этот дог, эта собака имеет удивительное чувство обоняния. And his focus is on birds. И он фокусирует на птицах. The first time when I got him, he was just a little puppy. Первый раз, когда я приобрел этого щенка, он был маленький. I went to take him for a walk. И я пошел, взял прогуляться. We couldn't hardly even go take a walk. И вы знаете, мы даже нам тяжело было даже идти вместе рядом. Because every bird that he would see. Потому что каждую птицу, которую он видел. He would point. И он начинал. That's what he's made to do. Это вот он сотворен. Он сотворен вот таким. I mean, every little bit, you see another bird. There's a bird. Опять птичка пролетела и застывал. И мне приходилось постоянно толкать и тянуть эту собаку. Now he had not learned what bird he was supposed to hunt. Но он, этот пес не научился в то время, какую определенную птицу он должен ловить. He's grown and developed now. Но сейчас он уже вырос. He knows not all birds are what he's after. Он знает, этот пес, что не за всеми птицами нужно гоняться. That there's certain birds that he's to hunt. Есть определенные птицы, за которыми нужно охотиться. He could be walking through the grass. Может находиться бегать по траве. And all of a sudden, the smell comes to his nose. И тут запах приходит к его носу. И застывает. Points to the bird. Потому что хочет схватить эту птицу. He's created that way. Он создан был таким образом. We can't smell the birds like that. Мы не можем чувствовать на запах птиц так, как этот пёс делает. He smells them though. Он чувствует запах. My black lab, my Labrador retriever. Лабрадор ретривер. He don't smell the birds like that. Он не чувствует птиц на запах. Now wouldn't it be terrible? Не было бы ужасно. For me to take the German shorthair. Чтобы взять эту немецкую короткошерстную собаку. And try to make him swim. И заставлять ее плавать. Like the Labrador. Как лабрадору. No web feet. Без этих лапок.
без перепонок. He doesn't know how to swim good. Он не знает, как плавать хорошо. He gets in the water. И вот он заходит в воду, и вот так вот так. You can tell he doesn't know. He's not good. И сразу определить, что он не умеет плавать. So it would be wrong for me to try to make him do that. И было бы неправильно, если бы я заставляла этого пса, чтобы он плавал. It would be wrong for me to try to make the Labrador. И было бы неправильно, если бы я заставляла Лабрадора. Like the other dog. Чтобы он был как другая собака. So we have to understand that in the body of Christ. И нам необходимо понимать это в теле Христовом. And many times we'll teach our members of our churches that. Много. Мы часто учим наших членов общин поступать именно таким образом. And yet we look over at one of the other pastors. И вот мы смотрим на других пасторов. И мы говорим, Мне необходимо быть таким, как он. I want to be like him. Я хочу быть таким, как он. That's not God's will. Но это не Божья воля для вас. You have to be who God Вы должны быть тем, кем Бог сотворил вас. The next one. Следующее. Is there are times and seasons in your life. Есть времена и сезоны в вашей жизни. You understand your identity of who you are. И вы понимаете, кто вы есть. And then there are times and seasons that you move through in your life. И есть времена и сезоны, которые вы идете вперед по жизни. There are times and seasons that your church will move through. И есть времена и сезоны, по которым ваши общины будут проходить. It doesn't always stay the same. Это не всегда одно и то же, не остается таким образом. And it's amazing, though, how many times удивительно, сколько раз we get comfortable. Мы начинаем чувствовать себя удобно. We like things sometimes the way they are. И нам нравится, чтобы вещи были такими, как они есть, и не изменялись. We may have certain preferences. И у нас есть определенные предпочтения. I like this move of God. Вот мне нравится это движение Божье. I don't like that. А мне не нравится вот это. But many times God's doing something new. Но много раз Бог делает что-то новое. Or he's now taking us to a new place. Или он же сейчас нас ведет через ведет нас в новое место. We have to be sensitive to the season we're in. Нам нужно быть чувствительным к тем временам, в которых мы находимся. And many times understand those times. И много раз мы должны понимать. God knows more than we know. Что Бог знает больше, чем мы знаем. God sees what we don't see. Бог видит то, что мы не видим. You know, it says that in Exodus. И говорится, что в Исходе. When the children of Israel came up out of Egypt. Когда дети израильтяне выходили из Египта. That God would have liked to let them straight over to go into the Promised Land. Что Бог хотел вывести прямо сразу в обетованную землю. It would have been a very short journey. Это должен был быть очень короткий путь. But instead, God had to lead them around. Но получилось так, что Богу пришлось обойти это вокруг, повести их в обход. As they first came out of Egypt, потому что когда они вышли из Египта, God looked at the hearts of the people. Бог посмотрел на их сердца, на сердца людей. And he saw that they were not prepared to do battle. И он увидел, что они не готовы сражаться. There were some fierce enemies that they would have had to face. Были сильные враги, с которыми необходимо было встретиться. There was obstacles that were there. Были препятствия, которые стояли. That the children of Israel were not prepared for. И дети Израиля, они не были готовы встретиться. It was still the will of God to get them to the Promised Land. Конечно же, была воля Божья, чтобы они вошли в обетованную землю. He desired that for their lives. Он желал это в своей для их жизни. But he looked at where the people were. Но он смотрел, где же были люди. He understood the season of where they were. Он понимал о временах и сезонах, в которых они находились. The condition of their hearts. Состояние их сердца. And so he directed their path. И поэтому он направил их путь. Now they still didn't go in. Конечно, они также, но они не вошли. But God gave them an opportunity. Но Бог дал им возможность войти. You must understand the seasons of what God has for you. Вам необходимо понимать сезоны, которые Бог имеет для вас. In discovering or searching out, what is my purpose? Раскрывая себя, мы должны найти, какая же цель. The third principle. Третий принцип такой.
What challenges have you faced in your life? С какими трудностями вы встречаетесь в жизни? There are things that God uses in our lives. Есть вещи, которые Бог использует в нашей жизни. To stir passion. Чтобы возбудить эту страсть. Sometimes to stir anger. Иногда возбудить гнев. So that then we are willing to move toward that to bring solution to that need. Для того, чтобы потом принести разрешение к той нужде. Mike Murdock, an American preacher. Есть один американский проповедник, Марк Мердок. Lots of wisdom. Очень много мудрости. Марк Инок. He believes. Он верит. That every one of us. Что каждый из нас. Were created. Он создан. To solve a problem. Он сотворен, чтобы разрешать проблему. There is a problem. Есть проблема. There is a solution. И есть разрешение. Many of the problems in the world. Многие проблемы в мире. Are simply waiting. Они ожидают. For a solution. Чтобы ожидают разрешения. And sometimes there are things that we face. И есть времена, которые мы встречаемся. Things that we go through. Вещи, через которые мы проходим. That help us. Которые помогают нам. Discover. Раскрывать. That I am a solution. Что я есть разрешение. That I will solve this problem. Я разрешу эту проблему. That I will get involved and meet this need. Я буду вовлекаться, и эта нужда будет, она исчезнет, но эта нужда будет усмотрена. As you begin to discover this, и в то время, когда вы будете раскрывать это, Romans 8:28 comes alive. Римлянам 8:28 становится живым. That everything will work together for your good. Что все, что вы делаете, будет работать вам на благо. For those who love God. Для тех, кто любит Бога. And are called according to His purpose. Призваны по Его изволению. Again, it's about His purpose. И опять-таки, это имеется в виду о Его целях, Его предназначении. So there can be a great confidence. И появляется, может появиться великая уверенность. In spite of what bad happens. Независимо от всего плохого, что не произошло бы с вами. God can turn it around. Бог может повернуть это наоборот. God will turn it around. Бог перевернет это наоборот. I remember hearing a story. Я помню, слышал историю. Of a very dear friend. Дорогого друга. He's gone to heaven now. Он сейчас уже на небесах. His name was Anthony Clark. Его звали Энтони Кларк. World class bodybuilder. Это мировой культурист. Занимался культуризмом. He could for many many years he held the bench press record. Много-много лет он держал уровень самый высокий по прессу. Over 800 pounds. Больше 800 паундов, это где-то 400 килограмм. 800. 400 килограмм. That's a lot of weight. Это очень много. Это очень много. От груди. А? От груди? Отжимался от груди. Отжимал от груди. When Anthony was a young boy. И когда Энтони был маленьким мальчиком. He was a little bitty skinny kid. Он был худенький мальчик. Not much at all. Not much at all. Ничего почти не имел. His dad would abuse him. Его отец обижал его, оскорблял его. Would beat him. Его отец бил его. Would tie him up. Его отец связывал его. And beat him until he would pass out. И бил его настолько сильно, пока он не падал в обморок. Very bad family. Терял сознание. Очень плохая семья. He would be picked on at school. В школе над ним смеялись. He was walking through a store. И вот он входил в магазин. And he looked at the magazine. И он смотрел на журналы. And he thought. И он подумал. The magazine was a bodybuilding magazine. И журнал, который описывает здоровье там, где культуристы. He thought if I could look like that. И он подумал, если бы я выглядел вот так, как они. My dad wouldn't beat me no more. Мой отец больше бы меня не бил. I wouldn't get picked on no more. И больше с меня бы не смеялись. Ко мне бы не придирались. So he began to work out. И он начал заниматься.
passionate, he began to work out. Страстно начал заниматься. He got so big. І він став таким большим. That he made the high school football team. Що він попав в команду школьну по футболу, американський футбол. American football. Американський футбол. In Hawaii. В Гавайях. While he was playing football at his high school. І в то время, коли він грав в футбольній команді в школі. He set all touchdown records at his high school. Он говорили, що это он делал голы забивал. But because he was on the football team now. І за того, що він був в футбольній команді. His coach and he had a real close friendship. Його тренер имел очень хорошие близкие отношения с ним. His coach began to be a good father image to Anthony. Його тренер став как отец. Образ отца преподавать, ну стал как отец ему. And once after a football game. И однажды после игры. He took Anthony to spend some time with him. Он взял Энтони, чтобы провести время с ним. The coach saw that there was needs in Anthony's heart. И тренер увидел, что есть нужда. Он увидел нужду в сердце Энтони. That evening, his coach led him to Jesus, led him to Christ. Тренер ввел его в молитву покаяния. Anthony started a relationship with the Lord. И у Энтони начались отношения с Господом. Later, потом, in his life, потом в его жизни, that passion, there was a passion created in him. И появилась страсть, которая была началась в жизни у Энтони. To help other youth. Чтобы помогать молодежи. Youth in the streets. Молодежи, которая была на улице. With bad families. С плохой семьей. With hard lives. Тяжелая жизнь, которая была. He became a youth evangelist. И он стал евангелистом молодежным. He would travel week after week after week. И неделя за неделей он ездил. From church to church. С церкви в церкви начал ездить. Youth conference to youth conference. Молодежная конференция за молодежной конференцией продолжалась. Doing all kinds of crazy feats of strength. И он делал разные упражнения, связанные с силой. To attract young people. Чтобы привлекать молодых людей. Just so he could preach the gospel. Для того, чтобы он мог проповедовать Евангелие. He would bend steel bars. И он сгибал стулья. He would pick up cars. Он поднимал машины. And walk with them. И он ходил с машинами. Crazy stuff. Безумные вещи творил. But it attracted young people. Но это привлекло молодых людей. And then he could preach the gospel. И потом он проповедовал Евангелие. And see young people come to Jesus. И он видел, как молодые люди приходили к Иисусу. He took those things that had happened to him. Он взял те вещи, которые случились. The challenges that he faced. И те трудности, как те вещи, которые бросали ему когда-то вызов. And began to use that for God's glory. И он начал использовать для Божьей славы. He would tell his story. Он говорил свою историю. And young people's hearts would break up. И молодые сердца молодых людей они сокрушались. So that God's love could fill it. Чтобы они почувствовали и они чувствовали Божью любовь. The next thing that we need to understand concerning fulfilling your purpose and passion or your dream. Нам нужно понять для того, чтобы исполнить это желание, чтобы оно было исполнено в жизни. Is there is times when God brings about an understanding of it. Это есть времена, которые Бог дает нам понимание. By a heavenly calling. О небесном призвании. Where it's supernatural. И это сверхъестественное. Like with the Apostle Paul. И как произошло с апостолом Павлом. He was Saul of Tarsus. Он был Павел из Тарса. I'm sure you know the story. Я уверен, что вы знаете эту историю. Vicious towards Christians. Он был очень суровым по отношению к верующим. And yet he met authority on the road to Damascus. Но тем не менее он встретил власть по дороге в Дамаскус. Later in Acts chapter 26. Потом в Деяния апостолов 26 главе. He began to tell the story. Он начинает говорить историю. As he was witnessing. Ту историю, которая с ним произошла. In that passage, in verse 16. В 16 стихе написано. He tells us. Он говорит. More details than what actually is described in earlier in the book of Acts. Больше детально. He says that Jesus appeared to him.
Он сказал, что Иисус открылся ему. And told him to rise and stand up on his feet. И он сказал ему: встань и стань на ноги твои. For I have appeared to you for this purpose. Ибо я для того и явился тебе. Again, it's about the purpose of God. Потому что в переводе он говорит, что я явился тебе для этой цели. Not fantasy. Не цели, не фантазии. Not just wishful thinking. Не просто о мыслях, которые ты имеешь. It's for His will. Но для Его воли. It's for His purpose. Для Его цели. That is the dream that we must have. Вот это мечта, вот это желание, которое мы должны иметь. Jesus was explaining this to Paul. И Иисус объяснял это Павлу. So He told him to get up on his feet. И он сказал: встань. That he had appeared for this purpose. Потому что он открылся для этого предназначения. To make him a minister and a witness. Чтобы поставить тебя служителем и свидетелем. There's a whole lot of truth in that. И есть очень много истины в этом. A servant. Служить, слуга. And a martyr. И быть мучеником. That's those two words in the original language. В оригинале вот эти слова служителем и свидетелем означают слуга и быть мучителем. The apostle Paul embraced. И апостол Павел. The dream of God. The purpose of God. Это видение, принял эту мечту, это обещание от Бога. And was willing to live his life accordingly. И он согласился жить этой жизнью. There is times when you may be in a place of prayer. Есть времена, когда, возможно, вы молитесь. You may be just simply going your way. Или, может, вы просто идете решать какие-то дела. Maybe going in a direction that God didn't intend for you to go. Может быть, даже идете в направлении пути, по которому Бог вас не послал. But a spiritual encounter comes to your life. Но приходит сверхъестественная встреча с вами. Where God captures your attention. Где Бог обращает ваше внимание. And opens your mind of understanding. И открывает ваш разум понимание. To reveal His purpose for your life. Чтобы открыть Его цели для вашей жизни. God wants you to do His will. Бог хочет, чтобы вы делали Его волю. I believe that God wants us to do His will. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы творили Его волю. So much more than we could ever imagine that for ourselves. Настолько много, что мы даже сами себе не можем представить. God wants that for our lives. Бог хочет это для нашей жизни. And if we'll be open to hear God's leading. И если мы будем открыты к тому, что Бог нас будет вести. God will be faithful to release it to us. Бог будет верен, чтобы высвобождать нас. Now it may come in other principles or truths that we've already covered. It may come about in other forms or truths that we've already talked about. Это может прийти в формах или истин, о которых мы немного раньше уже говорили об этом. Or it may come by a spiritual encounter of God. Сверхъестественная встреча с Богом. We can't dictate to God how we want it. Мы не можем диктовать Богу, говоря, как мы хотим, чтобы это было. A lot of people make a lot of mistakes in this area. Люди делают очень много ошибок в этой области. If you start trying to tell God, если вы пытаетесь говорить Богу, how to move, как двигаться, when to move, когда двигаться. What to do? Что делать? Gonna be in trouble. У вас будут проблемы. He's God. Он Бог. We're just a servant. А мы слуги. We just have to be concerned with His will. Нам необходимо думать только о Его воле. With His purpose. С Его целями. So that should be our focus. И это должен быть наш фокус. Years ago, I was pastoring in the central part of Texas. Много лет назад я был пастором в центральной части Техаса. Had been there for years, pastoring and planting other churches. Много лет я был пастором в той церкви и еще насаждал другие церкви, близко местности. One morning, coming out of prayer. И в одно утро, когда я закончил молитву. I felt like that the Lord had spoke to me that we were going to move back to my hometown. Я почувствовал, что Бог проговорил ко мне, сказав, что я вернусь в город, откуда я вырос. I was happy in Central Texas. Я был очень счастлив в центре Техаса. Had a lot of wonderful good things happening in Central Texas. Очень много прекрасных вещей происходило в центральной части Техаса.
I wasn't wanting to bail out and leave. И я не хотел просто так все оставить и переехать. Because everything was bad. Потому что, ну из-за того, что все было плохо, например. Everything was good. Но все было хорошо в моем случае. No reason to move. И не было причины мне уехать. No reason to leave everything that God was doing there. Не было причины оставить все то, что Бог делал там. But I knew God spoke to me. Но я знал, что Бог проговорил ко мне. So I asked my wife. И я спросил свою жену. I figured, you know, if God has spoken to me. И я подумал, что если Бог проговорил ко мне. About moving. О переезде. Then I better start talking to my wife about it. То мне лучше начать говорить с моей женой. So I said, what do you think about moving back to my hometown? Я спросил, что ты думаешь о том, чтобы переехать в город, где я вырос? She said, have fun. Он говорит, имей хорошо. Она говорит, имей хорошо время, проводи хорошо время там. She didn't want to move. Она не хотела переезжать. It wasn't in her heart to move. В ее сердце не было желания переезжать. I thought, okay, God. И я подумал, хорошо, Бог. If this is your will. И если это твоя воля. You're gonna have to change your heart. Тогда тебе необходимо будет изменить ее сердце. And I left it alone. И я оставила. If it's God. Если это Бог. It'll work out. Он это сделает. And God worked it out. И вы знаете, Бог сделал работу. When it came time, when the church called from my hometown to ask for me to come. Когда позвонили из этой церкви, откуда я родом, и пригласили меня, чтобы я приехал туда. It was the church that I had come up in ministry in. Это была. I had grown up in ministry in that church. Потому, вот они мне позвонили, потому что я вырос, став служителем в той церкви, и они меня знали. The senior pastor was leaving. Старший пастор, он уезжал. They asked me to come and take the church. Они пригласили меня, чтобы быть старшим пастором. I didn't immediately jump up and pack everything to leave and go. И вы знаете, я не сразу упаковал свои вещи и уехал. Even though I knew that God had spoken to me. Даже тогда, когда я знал, что Бог ко мне проговорил. I still went back to the place of prayer. Тем не менее, я пошел и молился. Opened my Bible. Я открыл свою Библию. And began to pray and ask God to speak to me. Я начал молиться и просить Бога, чтобы Он говорил ко мне. I knew that God needed to confirm if it was now. Я знал, что Бог должен был подтвердить, было ли это время. Was this the appointed time? Это есть то время, когда Он назначил. It's easy to get in presumption. И очень легко предвзято. Sometimes we hear God. Иногда мы слышим Бога. He tells us where to go. Он говорит нам, куда идти. And we just jump up and run. И мы вскакиваем и бежим. And we're not ready. И мы не готовы. God may have been speaking to us. Может быть, Бог говорит к нам. To prepare us. Чтобы подготовить нас. So that when He commissions us. Чтобы когда Он снаряжает нас. Then we're ready. Тогда мы готовы. So as I went back into the Word of God. И когда я пошел и начал исследовать Слово Божие, I had a heavenly encounter. У меня была божественная встреча. Out of the book of Nehemiah. Из книги Неемии. Where God spoke to me. Где Бог проговорил ко мне. God spoke to Walt Landers. Бог проговорил к Волту. Landers. That I was, as Nehemiah caught a vision for his. Как Неемия, он получил, имел это видение. He caught a vision for his city. Он получил это видение за свой город. The city of his fathers. Это город своих отцов. Of his heritage. Это его наследие. It spoke to me. И это проговорило ко мне. I began to weep. Я начал плакать. I knew that God said, "Now is the time." Я знал, что Бог говорит сейчас, это есть то время. Go to San Angelo. Иди в Сан-Анджело. And so we moved. И у меня. It could come by heavenly encounter. И это может прийти через небесное посещение. But there is another one. И есть еще одно. And this will be my last one. И это будет последнее мое. There is times when God places before us a great reward. Есть времена, где Бог помещает перед нами великую награду. You know, rewards are good things. Вы знаете, что награда — это хорошее. It says in Hebrews chapter 12. В Евреям 12 глава. That Jesus was willing to endure the cross. Иисус, написано, что Иисус он потерпел крест. For the joy that was set before him. Для радости, которая была перед ним.
How many of you like rewards? Сколько из вас любят награды, когда вам поощрили? How many of you have children? Сколько у вас имеют детей здесь? I have a saying now. I have a personal saying. У меня есть лично мое выражение. Reward behavior you want repeated. Reward behavior. Поведение, которое поощряется. That you want repeated. That you want to do again. И выход, оно повторяется. Поведение, которое поощряется, оно повторяется. Понимаете, да? If you want your child to learn that's pleasing to you. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок поступал так, чтобы вам было приятно и угождало вам. They did something that was good. Они получают что-то, что хорошее. You celebrate. И вы их празднуете. Yes. Да. You encourage them. Вы их вдохновляете. Maybe you give them a reward. Может быть, вы дадите какой-то подарок. They make good grades at school. Например, в школе они хорошо учатся. You give them a little money. Вы даете немного денег им. Well, that's a good reward. Это хорошая награда. Maybe go take them to ice cream. Может быть, за то, что они хорошо учатся, мороженое купить им. You reward that behavior. И вы поощряете это поведение. And they want to do it again. И они хотят повторять это. I found that God does that. Я узнал, что Бог то же самое делает. In God's will. В Божьей воле. Even though we may suffer some things. Даже тогда, когда мы страдаем. That the enemy may throw at us. И когда враг бросает на нас камни. Obstacles and hardships maybe along the way. Трудности или которые встречаются у нас на пути. God still rewards us. Бог поощряет нас. I'm on now. Я включен, да? Some of you needed to hear this. Может быть, некоторым из вас необходимо было услышать это. It shouldn't be like this. Это не должно быть так. Even more so for those of you who are Jewish. А для тех из вас, кто евреи. You should understand. Вы должны понимать. God's a good God. Бог есть добрый Бог. He wants to bless you. Он хочет благословлять вас. He wants to guide you. Он хочет направлять вас. He wants to deliver you. Он хочет освобождать вас. He doesn't want to. Он не хочет. That's not a good father. Это не хороший отец. I've had people tell me some strange things. Я слышал, как люди мне рассказывали странные вещи. I had a man tell me one time. Один раз один человек сказал мне. That he went into the ministry after God broke his back. Что он стал служителем после того, как Бог ему поломал спину. I said, how did God break your back? Я сказал, как Бог тебе поломал спину? He said, I was out drinking one night. Он говорит, один вечер я пил. And I was driving. Я ехал за рулем. And I rolled my car into bar ditch. И, была авария. So I broke my back. И я поломал свою спину. So while I was laying in the hospital. И в то время, когда я лежал в больнице. I said, God, here's my life. Я сказал, Боже, вот моя жизнь. God didn't break your back. Бог не поломал твою спину. The bottle helped break your back. Бутылка помогла разбить спину. You could have gave your life to Jesus anytime. Ты мог бы отдать свою жизнь Господу в любое время. You just chose when you were laying in the hospital. Просто ты выбрал это время, когда ты лежал в больнице. To finally get around to it. Чтобы. To finally get around to it. Чтобы в конечном итоге уже согласиться это сделать. God was waiting all the time. Но Бог ждал все это время. You wrecked the car. Но ты тот, который сделал аварию. You did that to yourself. Ты сам себе это сделал. Don't tell me that my God is my heavenly Father is a child abuser. И не говори мне, что мой Бог это он просто Бог, который использует вот эти ситуации. He wants to give good rewards. Он хочет давать добрые, хорошие награды. Several years ago. Несколько лет назад. I will tell some more of this testimony later. Я еще чуть-чуть позже буду говорить. I want to shorten it up for this story. Но для этой истории хочу рассказать всего лишь это. My oldest daughter, who's 18 years old now. Моей старшей дочери 18 лет.
When she was 6 years old. И когда ей было 6 лет. She was diagnosed with a terminal cancer. У неё был диагноз, поставили рак. She was not supposed to live. И который она не должна была быть живой. God has healed her. Но Бог исцелил её. But during that time. Но во время, в то время. The doctors did some surgery. Доктора делали операции. That damaged her spinal column. И повредили спиной her bones. Нет, кость. Позвоночники повредили. Where later her spinal column collapsed. И в конечном итоге спиной column. Алиса, подскажи. Позвоночник. Позвоночник, он сломался в одном месте. It was like her head was falling off her shoulders. Такое ощущение, что голова не могла держать голову. It was very bad. They did not know what to do. Это было очень плохо, и доктора не знали, что делать. She went through a couple more surgeries. И еще несколько операций было. She had been paralyzed three times. Она была парализована три раза. From the waist down. От пояса и вниз. Nothing would work from the waist down. Ничего не работало от пояса вниз. Three times. Три раза. And yet God is faithful. Но Бог верный. But the last time she was in a wheelchair. И последний раз, когда это случилось, она была в инвалидной коляске. She could not walk. И она не могла ходить. She could not move any of her legs. Она не могла двигать своими ногами. I had a wonderful friend who had come to preach for me. И у меня есть друг, который пришел проповедовать. A great pastor. Классный пастор. He understands rewards. Он понимает награды. He believes that God wants to put before us. И он верит, что Бог желает давать награды нам. Good things. Хорошие вещи. A vision of wonderful things. Видение, чтобы мы видели прекрасные вещи. И мы могли достигать. Sometimes even enduring. Даже тогда, когда мы принимаем усилия. Difficult times. В трудностях. To experience the reward. И мы все равно переживаем награду, мы приобретаем эти награды. Hebrews 12, God did that for Jesus. Евреям 12 глава, и Бог сделал это для Иисуса. He was willing to endure. И потому что он был for the joy that was set before him. Добровольно пошел перед тем, что перед ним стояло. After pastor had the pastor. Had come and ministered that evening. И в тот вечер, когда пастор служил. We had a meeting following the service to just fellowship with other pastors. И после нашего служения у нас было еще одно служение, где мы встречались с пастырями и просто общались. Just eating meal and just having fun. Кушали и общались. И хорошо проводили время. Erica was there in the wheelchair. И Эрика была с нами в инвалидной коляске. He went over to Erica and knelt down. Он подошел к Эрике и опустился на колени. He had been praying for Erica. И он молился за Эрику. So he wanted to encourage her. Он хотел ее вдохновить. He said, Erica, what do you want? What would be one of the best gifts? Как ты думаешь, какой был бы для тебя самый классный подарок, который ты мечтаешь. What do you want to do? Что ты хочешь if сделать? Could walk again, если бы ты ходила. If your legs would work. Если бы твои ноги слушались тебя. She said, I want a horse. Она говорит, я хочу лошадь. I want to ride a horse. Лошадь, и я хочу кататься на лошади. He didn't know. А он не знал. She had horse pictures. Что у нее в комнате были картины с лошадьми. She had horse books. У нее были книги о лошадях. Books that would teach her how to care for a horse. И книги, в которых описывается, как нужно заботиться о лошадях. She was believing for a horse. Она верила, что у нее будет лошадь. So pastor told her. И пастор сказал ей. If you can get permission. И если ты сможешь получить разрешение. From your mom and dad. От мамы и папы. From the doctor. И от доктора. And your legs can start walking or working. И когда твои ноги начнут работать. I'm gonna buy you a horse. Я куплю тебе лошадь. She got excited. И она обрадовалась.
That night when I put her in bed. І в той вечір, коли я укладувала її спати. She's so excited. Вона була настільки рада. I tried to lay her down in bed. Я попытался ее уложить в кровать. She popped back up. Она опять пристала. I lay her back down. Я опять ее укладывала. She's been telling me the horse she wants. Она опять начинает говорить о лошади, о лошадке, которая хочет. I forced her to lay her back down. И тут я уже ее силой. She popped back up and tell me how she's gonna care for her horse. Она мне опять встает и говорит, и как она будет заботиться о этой лошади. She had a reward in front of her. Потому что у нее уже была награда перед ней. She was determined from that point. И с того момента она уже определилась, that she was going to walk again. Будет ходить. Passion had touched on her heart. Вошла в ее жизнь. It had come alive. И она стала живой. A dream of a horse. И она стала эта мечта, что у нее будет эта лошадь. She began to progress. И она начала улучшаться. She began to work it. Она начала заниматься. What doctors said would be impossible. И все, что доктора сказали, что у нее возможно, она начала делать. First. With just a walker. Первое, это сначала с ходульками ходила. Then with hand crutches. А потом с костылями. But she began to walk. Но она начала ходить. Mom and dad was okay with her getting a horse. Мама и папа ей разрешили. She was beginning to use her legs. И она начала использовать свои ноги. But he said the doctor had to be okay with her. Но пастор сказал, что и доктор должен согласиться. We would go and get her checkups. И вот мы пошли, и чтобы доктор проверил ее. We would ask, is it okay for Erica to have a horse? А это нормально, что у Эрики будет лошадь? Can she ride a horse? Может ли она кататься на лошади? The doctor would go, no, she cannot have a horse. А доктор говорит, нет, она не может иметь лошадь. Are you crazy? Вы что, ненормальные? Her spine has had damage to it. У нее спина, у нее поврежден позвоночник. Her bones may not be able to withstand the pressure. Ее кости, ее позвоночные позвонки не выдержат то давление, которое она будет иметь, если она сядет на ту лошадь. Absolutely not. She cannot ride a horse. Абсолютно нет. Она не может кататься на лошади. And yet every visit. Но каждый раз. She would ask if we did that. Когда мы ходили к доктору, она спрашивала, могу ли я иметь лошадь. Доктор. Can I ride a horse? Могу ли я кататься на лошади? He would get mad at us. И вы знаете, он, доктор, рассердился на нас. He would look at us like we were terrible parents. И он смотрел на нас, как будто мы такие ужасные родители. But this little girl. Но эта маленькая девочка. She had a dream. У нее была мечта. She had this passion in her heart. У нее была эта страсть в сердце. She wasn't gonna let anyone tell her no. И она не позволяла никому сказать нет. She would keep asking. И она продолжала спрашивать. Finally, the last visit. И в конечном итоге, последний раз. She was standing up. Она стояла. She was doing all of her motions of her legs. Вот она делала те упражнения, что она умела делать своими ногами. He was doing the full checkup. И он проверял ее полностью. He had done X-rays of her spine. Он взял и рентген сделал ее позвоночника. Had the pictures up there on the wall. И поместил эти рентгенные снимки на стене. He looks them over. И смотрит, осматривает эти снимки. He looks at Erica. И смотрит на Эрику. He said, "You look healed. You look healed up." И говорит, ты выглядишь исцеленная. Go be a kid. Иди и будьте нормальным ребенком. Erica looks at him. Эрика смотрит на него. You know what she asked? И вы знаете, что она спросила? Can I ride a horse? Могу ли я кататься на лошади? He scratches it. И он начал чесать свою голову. He said, fine. Он говорит, хорошо. Just be careful. Ладно, только будь осторожна. She immediately looked at me. Сразу же она посмотрела на меня. She said, call pastor up. Он говорит, позвони пастору Хагу. Tell him, bring my horse. Скажи ему, пусть он приведет мою лошадь. I'm ready to ride my horse. Я готова кататься на своей лошади. A couple of months later. Несколько месяцев спустя. In our church. В нашей церкви. Pastor Hug had come to preach. Пастор Хаг приехал и проповедовал. He was preaching on the Ten Commandments. О десяти заповедях. And one of the commandments is be a person of your word.
Он учил о том, чтобы быть человеком своего слова. In the deepest meaning, be a person that is willing to back up what you say. Будь тем человеком, чтобы подтверждать все то, что ты говоришь своими делами. It was a Sunday morning service. Это было собрание воскресенье утром. There was a full house. Было очень много людей. Erica, we kept her out of children's church that morning. И в то утро Эрика не пошла на детское служение. We had her on the front row with us. И мы привели ее, она сидела в первом ряду с нами. Pastor Huck, as he's teaching this wonderful message. И пастор Хак, в то время, когда он учил это прекрасное послание. He comes to a certain place in it. И он приходит в определенное место. And he says. И говорит. A few months ago, I made a promise. Много месяцев назад я пообещал. To a little girl. Маленькой девочке. She has done her part. Она сделала свою часть. She has worked hard. Она работала очень тяжело. She has stood in faith. И она стояла верой. She has believed for her miracle. Она верила за свое чудо. And she has received her miracle. И она получила чудо. Now I'm going to do my part. А теперь я буду делать свою часть. And they open the side doors to the sanctuary. И они открывают дверь в зал. We had never done this before. Мы никогда раньше этого не делали. But they let a horse into Но the church. Но они позволили, чтобы лошадь вошла в церковь. The place went crazy. И вы знаете, это место стало такое восторженно. Они хлопали, радовались. But it deposited that truth. Но это вложило истину. God has rewards for us. Бог имеет награды для нас. He has placed that out in front of us. Он помещает это перед нами. The dream may cause us to go through some things. Эта мечта и видение может позволить нам пройти через трудности. But there is a reward. Но есть награда. Amen. Amen. Father, we thank you. Отец, мы благодарим. Thank you for these truths. Мы благодарим за эти истины. Seal these in our hearts. Запечатай это в нашем сердце твоим духом. Приди, Дух Святой. Seal these. Запечатай. Cause these to be alive. Позволь, чтобы это было стало живым. Alive every day on the inside of us. Живым каждый день в нашей жизни. Bring to our remembrance. Господь, принеси на нашу память. Every part of this. Каждую часть. At the right time. Мы слышали в правильное время. So that you can be glorified. Чтобы ты был прославлен. So that we can move towards your purpose. Чтобы мы могли двигаться к твоим целям. That you can be glorified in our lives. Чтобы ты был прославлен в нашей жизни. Thank you, Holy Spirit. Спасибо тебе, Дух Святой. Amen. Аминь.